Оператор контакт-центра Светлана, здравствуйте. Оператор контакт-центра Светлана. А какой контакт-центр? Я вам сейчас все расскажу. Удобно прослушать информацию? Это пара минут вашего времени. Светочка, давайте послушаем, что вы хотите. В данный момент у вас есть возможность... В данный момент у вас есть возможность получить кредитную карту 100 дней без процентов от Альфа-банка. Давайте, что для этого нужно, Светочка? Я слышал, да, вы мне звонили уже. Угу. Ну, ваш робот. Прошу для более удобного диалога. Меня Олег зовут, Олег. Олег, очень приятно. Олег, позволите лично несколько вопросов? Да, конечно, говорите. В каком регионе вы имеете постоянную регистрацию? Я имею постоянную регистрацию в городе Таганрог. Проживаете там же? Да, пока здесь. Угу. Скажите, пожалуйста, Олег, вы трудоустроены, работаете? Я не трудоустроен, я сам на себя работаю. Сами на себя, хорошо. Да, я шабашки делаю, я строю квартиры, дома, ремонты делаю. Хорошо. Обустройство квартир, домов, сараев, гаражей. У вас ваш личный ИНН есть? Нет, это я сам все делаю, я по-черному работаю. Нет, не, я понимаю, ваш личный ИНН есть, лично ваш? ИНН. Да, я его видел у себя, да, по-моему, есть бумажка такая. А4 формат такой, да? Да, скажите, да, пожалуйста, Олег, были ли у вас просрочки по любым займам, кредитам за всю кредитную историю? Да, у меня была просрочка по Сбербанку. Больше месяца была просрочка? Полтора месяца где-то была просрочка. Угу. Сколько времени прошло после просрочки? Года, наверное, 4 уже точно прошло. Скажите, после этой просрочки вы оформили кредиты, кредитные карты или рассрочки? Нет, мне больше никто не давал кредит, к сожалению. Хотя очень хотелось бы взять, потому что была необходимость настроить материалы, нужно было кирпичи купить, то есть, цемент. Я поняла, то есть вы оформляли заявку, но вам не одобряли, правильно ли? Совершенно верно, Светочка, да, совершенно верно. Олег, смотрите, я вам предлагаю заполнить заявку, это получается первую страницу, это фамилия, имя, отчество ваше. Так. Ваш мобильный номер телефона, Боже, простите, пожалуйста, не торопитесь, почту. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Почту вы имеете в виду какую? Электронную почту или домашнюю электронную почту? Да, электронную почту, да. И отправляю заявку, и вам приходит до смс-извещение о том, что вы недооформили карту, нажимаете «Продолжить» и самостоятельно оформляете. Давайте, мы сейчас это можем оформить, да? Да. Укажите вашу фамилию. Мою фамилию. Игнатенко. Да. Игнатенко. Игнатенко Олег Анатольевич. Игнатенко. Игнатенко это хаски. А я Игнатинке. Игнатинке. Это эстонская фамилия, я из Эстонии сам. Игнатинке в конце Е, буква Е. Перед буквой Е стоит буковка И, краткая. Игнатинке получается. Ну, это по-эстонски так пишут, чтобы на русский переводится вот так вот, почему-то написали. Игнатий, от слова Игнатий, имя такое есть русское, Игнатий. Тин, есть такая... Персонаж такой мультипликационный, не знаю, Игнатин, К, буква К, Е. И краткое, и Е. Краткое, Игнатин, К, Е. Прочитайте, пожалуйста, Светочка, еще. Игнатин, К, и краткое, Е. И краткое, Е, да, Игнатин, К, Е, получается. Ну, быстро читается Игнатинка. Олег. Олег Анатольевич, да. Анатольевич, знаете, вы так, конечно? Анатольевич, вообще без мягкого. Олег же. Олег Анатолий. Анатольевич, да. Угу. Анатольевич. Да. Скажите, ваш мобильный номер телефона? Давайте еще раз, потому что неправильно вы меня проверите, оказывается, такого нет человека. Анатольевич. Правильно записали? Проверьте. Анатольевич. Толиевич, да.
Укажите ваш мобильный номер телефона. Это вот этот, который вы звоните. Я заполняю заявку с ваших слов. Без вашего разрешения не могу никакие данные вносить. А, давайте. 8-928. 928. 607. 607. 49-10. 49-10. Да. Вы пользуетесь электронной почтой? Да, конечно. Укажите, пожалуйста. Давайте. Кей. Как слышите, так и пишете. Угу. К-Е-И-Тире. Тире. Таи. Таи. Т-А-И с точкой. Т-А-И с точкой. Собака Яндекс.ру. Собака Яндекс.ру. Да, прочитайте, пожалуйста, еще раз имейл. К-Е-И. Тире Т-А-И. Собака Яндекс.ру. Окей, Тай, да. Собака Яндекс.ру. Какие еще данные нужны? Смотрите, я сейчас составляю так заявку. В течение получаса вам приходит смс-извещение о том, что вы недооформили карту. Понял. Вносите, нажимаете «Продолжить» и вносите все остальные данные, которые вам... А «Продолжить» куда нажимаю? Где я нажимаю? Там, когда вам придет смс-извещение, вы там увидите. Там нажимаете будет «Продолжить» кнопка? И оформляете заявку. Да, да. А, кнопка «Продолжить смс», я понял. Угу. Олег, спасибо большое, что вы ответили. Дочка, вам спасибо. А какой еще раз это банк? Какой раз банк сейчас? Альфа-банк, карта сотни без процентов от Альфа-банка. Слышал, Спасибо большое, огромное, что вы ответили. Всего доброго, до свидания. Здоровья вам, деток хороших. До свидания, пока-пока. Всем доброго, до свидания.